Южная столица. В Советском Союзе Симферополь официально был признан одним из самых зеленых городов страны. Но за 25 лет ситуация в корне изменилась. Хотя почетный титул городу-собирателю вернуть можно. Совсем скоро кольца и клумбы Симферополя оживут в прямом смысле этого слова. Городские службы уже готовятся к масштабному озеленению перед началом весеннего периода. Красную, белую виолу, маргаритки, розы и другие цвета радуги можно будет увидеть на улицах крымской столицы. Все, что цветет, пахнет и радует человеческий глаз на центральных улицах – сальвия, тагетис, бархатцы – выращивают в теплицах горзеленхоза. Семена растений посеяли еще в августе. Работники оранжереи обещают, что зацветут они к 16 марта – шестилетию крымской весны. В данный момент мы выращиваем еще маргаритку, также для весеннего озеленения, и ведется посев семян летников, которые будут высажены в городе в рамках подготовки к 1 мая и ко Дню Великой Победы. Однолетние растения капризные, требуют особого ухода. В частности, цветы нетерпимы к холодам, поэтому выращивают их в отапливаемых теплицах. Температура должна быть 10 градусов для того, чтобы растение не замерзло и нормально развивалось. У сотрудников зеленого хозяйства дел не в проворот. Не за горами весна, период высадки в открытый грунт деревьев и кустарников. Компенсационная высадка по городу будет производиться, начиная с середины марта. Уже какая-то часть будет высажена в конце. Сейчас января, хвойники планируем высаживать, начинать уже в феврале. Кедры, туи и сосны благородными деревьями украсят проспект Победы. Летний зной и засуха для этих растений – дело привычное. Посадочный материал городским службам предоставляют исключительно крымские питомники. Все эти деревья адаптированы к среде полуострова. Их приживаемость значительно выше. На данный момент, совсем недавно, мы высадили на проспекте Победы можжевельники вергинские в количестве 132 штук, которые сейчас находятся и справа, и с левой стороны. Но спешить не надо. Чтобы окрепнуть, молодому кусту нужно 10 лет. Наталья Жадько, Антон Лукьяненко, Влад Мошек. Утро нового дня.